Всем сейчас Биокраб, это спецвыпуск, погнали! А прошлых выходных никаких концертов не было, поэтому выпуск будет короткий, как корнишон, как, ты понял. В среду Большой Гоша пригласил меня на интервью университетскому радио МТУСИ в передачу Looking Up, где он задал мне множество вопросов, очень интересных, на которые я с радостью ответил. Я рассказал ему и его одногруппникам, однокашникам и вообще всему миру, что такое CSBR, когда мы собрались, что мы делаем, где можно о нас узнать. И пусть они почаще к нам заглядывают. Множество молодых, юных умов, они жаждут прийти к нам на концерт. Чего это и делай. Открою секрет. Новость актуальна только 3 дня. Допустим, концерт прошел в пятницу, ты до воскресенья должен все выложить, в крайнем случае в понедельник, потому что во вторник уже никому не будет интересно на следующей неделе, потому что во вторник уже все будут думать о следующем концерте. Так что запомни, если ты сделал какой-то важный поступок, расскажи это всем в течение трех дней. Или вообще никому не рассказывай. Что из тебя представляет СБР сейчас? Что было вначале? Это ты, несколько групп и море алкоголя. А что сейчас? Сейчас это... Вступайте в контакт-группу Looking Up. Большой Гоша, у тебя впереди большой успех. Хочешь играть в группе? Хочешь выступать? Тебе не хватает барабанщика? Никак не найдешь вокалиста? Клавишник тебя не понимает. Приходи на концерты CSBR, и у тебя будет возможность рассказать о своем поиске прямо со сцены. Ищешь барабанщика? Без проблем. Выходишь на сцену и говоришь: я такой-то, у нас такая-то есть группа, мы ищем барабанщика. Ты музыкант, ищешь какую-то группу? Выходи на сцену и говори: я гитарист, и я хочу играть стонер, дум, слаш, метал, шметал, рок, шмрок, чугун. Кстати, Without God, наша любимая тяжелая артиллерия с Королева, запилили отличное видеоприглашение, которое надо обязательно посмотреть вот по этой ссылке. 24 ноября ты можешь лицезреть их в Blur Cafe. Слэм, не танцуем! Эти выходные нам подарят отличный кавер-гиг, на котором будут вонзать CSBR Experience, Stoner Heart, Undertale и новое, совсем новое Weird Empire. Ну вот, наконец-то, концертики, и мы будем всех вас рады видеть. Слэм, не танцуем! 10 ноября в Blur Cafe, CSBR Cover Geek номер 2. Обязан быть. Вход 250 рублей, с мерчем CSBR или афишей 150 рублей. Начало в 8:00. Не забывай следить за движухами, подписываться на паблики, вступать в группу и рассказывать друзьям. Ведь мы Crabstone Bad Rockin'. Ты часть меня, я часть тебя. Thank you.